Такс. Ачивку на стрик 5 я так и не получил, я не знаю почему. Я думаю, я буду париться о ней, когда у меня будет больше персонажей, а сейчас просто забью на это. Кайн уже в темную комнату сходил. Иден сходил в темную комнату. Лост идет нафиг пока что. Можно за Айзека убить Хаша и сходить в темную комнату. Либо же полароид идти открывать. У меня, по-моему, одна часть полароида всего. Так или иначе, мне надо Хаша 3 раза убить. Так что давайте еще один забег за Айзека. Порченого. Это немножко скучно, но все же у этого есть плоды. Конечно, 5 бомб было бы хорошо, но Гемини в начале забега это очень хорошо тоже. Так, что они делают? Они какими-то медленными слезами стреляют. Чё вот этот делает? А, просто шариками стреляет, да? Я его кучу раз видел, но он не успел ничего сделать. Чё за дебильный магазин, где кипер далеко так находится? Кринж. Или скорее донат машина далеко находится. Подождите, что из них далеко находится? Донат машина далеко, да? Так, идем на Хаша. Думаю, я не против сейчас получить урон. Кстати, можно даже воспользоваться вот этой штукой. Первый раз за этот файл, потому что до этого момента я ножевой открывал. Идем на Хаша. Думаю, за порченного Айзека это легко. Так, взрываются. Это было очевидно. Двойное сердце. Там еще одно сердце есть. Хочу ли я на шипах или хочу к этому челику? Челик не факт, что что-то даст вообще. Шипы могут что-то дать. И за 7-й тык они вернут мне синее сердце. Если я могу 7 тыков в шипы сделать, то я бы предпочел делать именно в шипы тыки. Блин. Окей. Блин, я забыл! Ладно. Ждем бы трип, видимо. Или фулл хил. Ничего полезного. Это все, что ты мне дал, да? Капец, я доли просрал. Какая же жаль. Ничего, и скорость понизили. Впрочем, с учетом синего сердца, я могу потыкаться в него чуть побольше. Вот козел. Вообще ничего не дал.
Карта, хорошая карта. Пока не буду прожимать. Кстати, а я так подумал, возможно, D6 открывается как обычно, возможно, он не изменен. Но я сомневаюсь в этом, тем более синего пацана у меня еще нет. И что вы там делаете? What? Садятся в горшок и стреляют оттуда? А зачем? Какой-то странный ограниченный враг. Золотую пропустил, да? И в золотую. Я могу потыкаться. Как же я не люблю эти горшки. Мне все равно здесь бомбу придется потратить, да? Арсений! Ирак. Стоп, где мой Арсений? А где Арсений? Стоп, где Арсений? Это фейковая комната жертвоприношения? Очень странно. Блин, Арсений теперь железный слиток. Сердечко выпадет? Не. Белое сердце. Арсений окислился. Жаль, конечно. А, магазин здесь. Ну, доначу. Конечно, файл будет долго проходиться, но задонатить как можно раньше мне все равно хочется. Я опять забыл. Так, Empty Vessel надо брать. Пургатори или это, я не знаю. Наверное, все-таки пургатори. А, можно было не пропускать красное сердце, потому что у меня сейчас будет. Я надеюсь, что аркаду встречу потом уже только... Ой, что это было сейчас? Бомбочки. Надеюсь, встречу аркаду и посещу с полетом вот эту комнату. А аркады на этом этаже не бывает. Да что, да как? И так странно стреляют. Okay.
И зачем? А, вот оно. Капец, я даже не увидел, что здесь предмет лежит. Ладно. Стоп, а он переключался? Как я его не заметил, если он вообще не виден? Если бы он переключался, я бы его заметил. Я стоял около него. Я, походу, таблетки забыл принять. Там была депрессия. Блин, депрессию я люблю. Жаль депрессию. Наверное, печенька будет лучше. Бомба у меня и так есть. Пошли самонаводку прожмем. В этой комнате. Нихера, а что мне делать? Капец, это очень жестоко. Они появляются, сразу же двигаются. Типа надо просто стоять в нужном месте до того, как они появились. Иди поиграй в другую игру, говорят. Они что-то обо мне знают. Что-то у меня ХП мало. British. На хорошо успеваем, да, успеваем, конечно. Ого, чего с гвоздем? Фолио лучший мод на репу? Нет, лучший мод на репу это... Mantle Rework. Watch Breaking Bad. Не, ну плохого не посоветуют. Давай 9 вольт, потому что у меня печенька каждую комнату будет. Блин, эти подсказки, конечно, да. Предсказания, точнее. Да не встречал я еще ту жуть. Как я ее мог встретить? Она, блин, в шрамированном бомбе, алё. Сколько раз повторять? Она в шрамированном бомбе, он мне еще далеко до открытия. Мне сначала надо... затопленные пещеры открыть. Потом сырые глубины открыть. И уже потом у меня будет этот самый... Shot speed up. Pair throw. Дамага? Наверное, да. Возьму дамагу. Mantle Rework, суть в том, что он может отображать несколько мантий. Также он добавляет... визуал для разных типов мантии, чтобы понимать, откуда у тебя мантия на данный момент. ХП? Я так понимаю, скорость мне после этого просто вернут. Это полезно. Ачивки на локации защищены.
Я так понял, что игра чекает именно ID ачивки. Ну и конечно, да, многие ачивки, которые сюжетные, защищены. Типа альтернативных лог. И всяких там сюжетных боссов. Блин, как мне повезло, что Петя открыт. Это было нечестно. На что это была отсылка? My Little Secret Formula. Спанч Боб. Окей. Тук-тук. КНДК какую-то монетку дропает и все. Так что пофиг, наверное, на нее. Скорость мне нужна, но... А, у меня пеленница там бесполезная. Скипнуть золотую? Да, пожалуй, скипну, потому что я не знаю, где там что находится. И пофиг как-то. Тем более, я вообще Айзек. Вот это хорошая была. Вот это прямо хорошая была штука. Американцы сами не понимают, как произносить GIF или JIF. Я почти забыл, я точнее забыл, но потом вспомнил. Пофиг на сосуд с таким количеством хп. Гемини скоро буду выкидывать, видимо. Блин, ну он такой полезный. В принципе, можно и 9 вольт выкинуть, потому что у меня хп уже полное. Ладно. С каких пор она может дропнуть пилюлю? Ой, тринку в смысле. Не уверен. Хотелось бы взорвать их, но... Я немножко спешу. Ах ты ж козел. Как эту комнату пройти нормально? Картишки. Я лучше задоначу.
О, удачно. Спасибо, что затушил все костры. Conjoint. Conjoint. Не люблю эту комнату. Впрочем, что будем дамажиться, да? Что-то быстро он сломался. Что-то полезное там вообще будет? Все? Типа, если он... Если он дает триньку, то он все, больше не закрывается. Что-то какой-то он бесполезный, если честно. Я ждал, что у него содержание будет получше. На бухраш я уже опоздал. Что с ним? Блин, я постоянно забываю, что с этого челика, блин, еще один челик. Питак. Это делает ключи. Забыл, как это называется. Это даст мне ключи. А, они ускоряются? Окей, окей. Буду знать. Блин, 9 вольт, наверное, я зря выкинул. А, да. А это был вражеский призрак. Я не сразу этого понял. Интересные советы игра дает. Я не знаю, что эта фигня делает. Я знаю, что у нас ки ранжап, но ранжап мне не нужен.
Отличная комната. Просто превосходная комната. Самое то, когда спешишь на Хаша. Это было абсолютно бесполезным. Ты уверен, что пройдешь хаша в этом билде? Да. Но билд действительно слабенький. С этим нельзя спорить. Вопрос в том, успею ли я на хаше. Блин, никак не прыгну к этим паукам. Я даже не запоминаю, как они выглядят, они умирают слишком быстро. Еще враги. Никогда не любил этих жоп. Снова здравствуйте. Как вопросец созрел? Есть ли на возвышении к бисту красные секретки? Постоянно пытаюсь найти, но не нет. Получается. Спасибо за ответ и хорошего стрима. Спасибо, Псисцол. Нет, там нету красных секреток. Максимум ты можешь получить там случайную специальную комнату в красную... при открытии красной двери. Но самих секреток там нету. Ни обычных, ни красных. Я прошел мимо. Видимо, все-таки ну, не смогу я на хаш успеть с такими генерациями. Так что... Окей, она взрывается просто, да? Знаете, мне что это было? Эта тренька у меня была, но я так и не понял, что она делает. Что если она увеличивает эффективность этих самых предсказаний? Она явно что-то делает с предсказаниями. Но что именно? Ну, за 3 минуты я вряд ли успею пройти следующий этаж. Хотя, кто его знает? Всяко может быть. А, вот сейчас было видно. Это тринка, которая делает иногда предсказания сама по себе. Ну ладно, пусть будет. Как он меня задел? Как он меня задел? В смысле? Thank you.
На Хаша я опоздал. Как тебя доджить, урод? Капец, как его доджить? Стоп, это части босса? И у них просто очень много хп. Я забыл! Вставать туда, где она была, когда разбивается геомакрея. Окей, учту. Я не вижу нихуя! Тупые предсказания. Скип карт. Видимо, за скип комнат. Мне есть еще время. Но я не успею. Потому что хвосты в комнате, сука. Мне есть еще время. Пятнадцать секунд. Не успел. What? И как мне... Чё? Ладно. Привет, спасибо за удобный сайт. Пожалуйста. Тебе спасибо, дирижабль. Ну, с этим билдом на хаше было бы делать нечего. Так что у меня только надежда на золотые комнаты была. РНЖ мне хватает. Это Тринка паучка призвала? Отстой. Да, эта тринка призывает этих паучков. Ха-ха-ха.
Хочет у мини-босса убить. Но зачем? Смысла в этом нету. И ламп у меня... Нет, ламп не пройден, кстати. Если шипы будут на этаже, можно будет телепортнуться. У них еще и разные атаки есть. Надеюсь, что шипы все-таки будут на этаже. Фига они как стреляют. Он типа разбился, когда сделал рывок. Фига себе. Ну, теперь это очевидно, что здесь нет ничего. К сожалению, ничего подобного. Ну ладно. На Хаша это все равно был слабый билд. Кроме вафли, по факту ничего особого-то и нету. А вот если бы я не скипнул Долли на первом этаже, я бы успел. У меня еще и Тирза был бы. Правда, вместо чего? Вместо близнецов, скорее всего. Стоп, я уже убивал Айзека? А, ну да, это же порченый персонаж, точно. В этом плане, кстати, за порченных как-то нет смысла открывать полароид. Ну так, ладно.